Всем привет! С вами Дневник Домохозяйки, и сегодня у нас путешествие по санузлам. Как и обещала, пробежимся по санузлам. Мы с вами наверху, на втором этаже. Санузел здесь у нас 5,5 метров, в зеленых тонах, с большим окном, цветочек, вид из окна. На полу у меня вот такие вот коврики в деревенском стиле. Вот такая у нас акриловая ванная большая, которой мы не пользуемся, потому что есть баня. Ну, такая занавесочка, когда иногда душ принимают. Так, шкафчик. Такой. Всем привет! И сегодня такая веселая повязочка. Вот, если вы обратили, все выдержано. О, Евгения, поздоровайся с подписчиками и гостями канала, зрителями. Она историю делает. Ну ладно, у нее своя история. Полотенчики, такая тумбочка, тумба-юмба. И здесь я выставила одну из своих коллекций. Попутно будем показывать. Коллекции мыла. Все коллекции у меня рождаются как-то сами по себе. Вот, она такая небольшая, но это все мыло, подаренное или приобретенное, если что-то нравится, аппетитненькое такое. Вот этот букетик из мыла. Вот этот вот медвежонок уже у нас, наверное, как мы приехали, он стоит 6 лет, уже бедный, грязненький, запылившийся, но мы пока... Нам жалко его использовать. Так, ну, что хочу сказать, что у меня обязательно, значит, должно все гармонировать, даже в санузле. Если санузел зеленый, соответственно, полотенчики зеленого цвета, даже мыло. Я стараюсь купить зеленого, не стараюсь, а всегда у меня хоть жидкое мыло, хоть такое мыло, всегда зеленого цвета. Не поверите, даже тряпочки для пыли, они тоже зеленого цвета. Очень такое окно интересное, цветы, кругом цветы. Здесь тоже композиция из зеленых, с присутствием зеленого. Ну, здесь морская тематика, набор с Турции. Вот такие всевозможные всякие безделушечки мне нравится ставить в санузлах, тоже соответствует цвету, цветовым гаммам. Ну, пожалуй, наверное, все, что я хотела сказать про санузел на втором этаже. Сейчас мы будем спускаться на первый. Так, мы с вами на первом этаже, во втором санузле. Этот санузел у нас фиолетово-сиреневых цветах. Здесь у нас душевая кабина, даже в сиренево-белых тонах. Здесь у нас душевая кабина. В этом он поменьше, этот санузел. В нем находится газовый котел, который отапливает наш дом. И, значит, отопление за счет него. Здесь у нас спрятались два домовеночка, которые хранители тепла, мы их называем. Значит, ну, как вы уже заметили, если... зеленые ванны, там все зеленое, здесь, соответственно, все фиолетовое, сиреневое. Значит, корзину для белья я искала сиреневую. Ну, ведерко вот как-то, не знаю, не нашла чисто такого сиреневого. Пришлось купить вот такое. Вот. Тазики у меня даже сиреневые с ковшечком. Даже внуку подставочку, чтобы ручки мог мыть. Искала сиреневую, не поверите. Тряпочка для пыли тоже сиреневая. Ну, может быть, кто-то скажет, ну, больная женщина. Ну, люблю всякие безделушечки, корзиночки, соответственно. Здесь тоже у нас есть окно, но поменьше. На втором этаже большое окно. Корзиночки тоже искала в таких же тонах. Тоже люблю всякие... такие дополнишки, освежитель, ну как, или как он называется, дозатор для освежителя, тоже в таких
сирени тона. Так, здесь у нас также присутствует шкафчик с зеркалом. Вот, мыло. Мыло увидела на юге. Такой вот фиолетовый ракушечек, думаю, надо обязательно взять. Морская тематика во всех санузлах у меня присутствует, люблю. Вот. Здесь, если обратите внимание, тоже мыло сиреневого цвета. Вот жидкое не нашла, вот чисто сиреневого, но зато дозатор сиреневой верхушечкой. Вот. Полотенчики для рук. Ушкапчик такой, в котором тоже полотенце обязательно сиреневое. Это вообще не обсуждается. Девчонки у меня приезжали, мои одноклассницы, смеялись, говорит, у нее даже совочек сиреневый и леечка сиреневая. Их видно? Их оттеняет. Ну, как бы показать-то вам. Вот, леечка для полива цветов, сиреневый совочек. Вот. А еще, вы не поверите, я даже бумагу стараюсь покупать, чтобы покупка была сиреневая. Вот. Ну, как-то вот так вот пробежались мы по санузлам. Этот санузел, как я говорила, меньше. И также коврики в деревенском стиле. Я не знаю почему, но мне почему-то нравится, вот, чтобы были вот такие вот коврики. Хотя у меня было немало разных там ковриков и обычные такие. Ну, почему-то вот сейчас вот у меня такая фишка. Хочу, чтобы лежали везде деревенские коврики. Так, ну, на этом, наверное, обзор свой буду заканчивать по санузлам. Вот. Всем пока. Оставайтесь на канале. Ждите моих новых видео. Пока-пока. С вами Алла. Аллу, правда, не очень видно. Ну, ладно, неважно. Всем пока. Жду встречи с вами.